Второй сезон шоу «Холостячка», главной героиней которого будет Злата Огневич, выйдет на экраны осенью 2021 года. Но уже сейчас стало известно имя одного из участников грандиозного ТВ-проекта на канале СТБ. Так, несмотря на то, что детали «Холостячки 2» держатся в строгой тайне, все-таки удалось раскопать информацию про первого мужчину, который будет бороться за внимание и завоевывать любовь Златы. Итак, одним из участников долгожданного шоу будет харьковчанин Влад Ясько. Он засветился в группе поддержки Златы во время ее выступления на сцене «Atlas Weekend 2021» в Киеве. Кстати, в одном из последних постов Влад намекнул, что в его жизни происходят неординарные события. Сейчас я погружен в одно из самых ярких событий в своей жизни и пока не могу вам рассказать, чем я занимаюсь, написал он. По всей видимости, речь идет именно о съемках в «Холостячке 2». Влад Ясько – харьковский бизнесмен, который начинал карьеру как фотограф ВКонтакте. Позже он собрал команду и создал агентство продвижения в Instagram. Основная масса его клиентов – компании и личностные бренды. Также бренд 26-летнего Влада занимается девушками, которые хотят успешно выйти замуж. По словам самого предпринимателя, задача его и его компании – создать вокруг клиентки видимость красивой жизни, нагнать подписчиков, а также выставить в наиболее выгодном свете ее женское качество, после чего успех обеспечен. По той же схеме компания работает с мужчинами, которые хотят популярности в сети ради легких знакомств. Сам Влад активно ведет личный Инстаграм, где любит рассказывать о своих достижениях и раскрывать секреты бизнеса. Ну что ж, думаю, будет интересно наблюдать. А с вами была Сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.